Всем здравствуйте, сегодня 1 октября, село Никольское, улица Мира, дом 10. Я проживаю вот в этом доме. Сегодня, когда я вышел из своего дома по звонку соседа, увидел, что мой автомобиль был поврежден. Повредили лобовое стекло, разбили боковое стекло на водительской двери. Вот здесь вот в салоне лежит камень, которым били. Ничего абсолютно не было взято из салона. Ни одна машина во дворе, которая здесь находится, не тронута. Я убежден в том, что это связано с моей позицией по возможному строительству полигона, который так сильно пытаются у нас здесь сделать. И я оставляю за собой право обращаться в правоохранительные органы, в Следственный комитет Российской Федерации, для того, чтобы и в том числе к президенту Российской Федерации, для того, чтобы вот это вот беззаконие было ликвидировано. В 7:45 я обратился к сотрудникам полиции. Сейчас на часах время без 10:10. По-прежнему сотрудников полиции нет. Мы их ждем, будем писать заявление. Надеемся, что они качественно, профессионально, а главное, непредвзято выполнят свою работу. Спасибо.